Мы на месте. Мы приветствуем Андрея, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо. И ты говоришь, там воронка в ногах и путы в ногах тоже, да? Нет, путы у него идут от плечей вниз, он как в конверте в этих путах. В конверте? Да. Хорошо, сканер, отключи эти путы и выведи эту воронку из ног, из-под ног. Все, что выходит, выходит вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, энергиями. И как выйдет, сила моего намерения отправляется сразу в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Значит, воронка вышла, от нее еще как черный дым тянется. Выдавливаем этот весь черный дым. Сила моего намерения выходит этот дым полностью и летит в эту же клетку. Да, будет так, а так и есть. А вот этот конверт, он как карман. Это арахноида, путы. Арахноида? Хорошо. Скажешь, как все выйдет. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Андрея, под ногами 360 градусов, вокруг него 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Андрея, находит все. У него демон вышел к воронке. 14. 14 герц, хорошо. Джейн вышел. Джейн. Синий дракон. Есть. Ну и арахноид здесь большой. Ну, пока большой. Существует вероятность того, что он уменьшится сегодня в несколько раз. Арахноид. Сколько ты находился в биополе, арахноид? Этого арахноида у него как корона сплетена на голове. У кого? У арахноида. 12 лет он находился. 12 лет арахноид с короной. Чем объяснить твое присутствие 12 лет здесь, в этом биополе, арахноид? Он его пеленал. Вот этот конверт, это как ребенка пеленал его, руки вниз по плечам. А, вот такой конверт, понятно. Да, корку посадил, такую новую. Много потомства вывел на его энергиях. Сколько людей от него подзаразились? Ты же потом пересаживал на других. Редко. А куда ты их отправлял, свое потомство? На свою чистоту или в матрицу. Хорошо, 12 лет. Обращаюсь ко всем, у кого есть контракт с Андреем. Демона. Хорошо, второй вопрос. Кто присутствует в доме, где живет Андрей? Джин оставил там свою пыль. Понятно. Ну и да, есть потомство. Еще кто? Отселил потомство туда. Синий дракон? Нет. Понятно, демона тоже нет, да? Нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкоэбрационную энергию в его биополе. Каналы выстрелили. Мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Посмотри синего дракона цифры над головой, Вера. 36.11. Что ты делал в этом биополе, синий дракон? Изучал. Не влиял, только изучал? Не воздействовал? Обмен энергиями был. Специального воздействия нет. Интересно было мне изучать. И что тебе так конкретно было интересно? Слушаю тебя. Альтернативное мнение и своеобразное понимание. Понимание жизни, основанное на собственном опыте. А что в этом неправильного? Где там низкая частота? Почему ты думаешь, мы заходим на низкую частоту? Мы заходим на знание и опыт. Потому что я еще не видел ни одного нормального дракона, который бы видел, но только интеллектуалов. Ты к ним не относишься. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? 3 года находился. Он тебе говорит, что... Ты неправильно делаешь свои выводы. Я делаю выводы. Это твои личные выводы. Я делаю так выводы, как я считаю нужным, потому что ты находишься здесь, в этой клетке-тюрьме. Ты интерферент. Ты зашел без приглашения, без контракта, без просьбы, наглым образом. Ты считаешь себя властителем всего или как? Тебе не надо разрешения никакого? Нет, я веду диалог. Ты не ведешь диалог. Тебя никто не приглашал к диалогу.
Дракон, ты реально путаешь. Диалог с тобой. Со мной, хорошо. Веди его осторожно, я тебе рекомендую. Считай цифры у Джина над головой. 27-13. Синие. Сколько находишься в биополе? На что зашел? 5 лет нахожусь. Хорошо. С какой вещью пришел? Не с вещью пришел. Я пришел на определенные эмоции. Какие это эмоции? Потерять работу. Ты зашел на страх? Сомнение. И как ты это усугублял все? Потом, когда ты зашел? Я пользовался. Совесть на весах. С материальным благополучием. О, это прекрасные эмоции, в которых никогда нет баланса. А есть путь убежать от себя. Хорошо. Твоя мотивировка. Великолепные энергии. Твоя мотивировка мне тоже понятна. И как у нас с реверсом, Вера, посмотри, пожалуйста. Закончится. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Андрей себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Хорошо, демон. Пришли к тебе. Рассказывай, как долго ты находишься, когда заключен контракт, на каких условиях? 18 лет назад пик наркомании, тогда и заключен. Хорошо, какие условия? Что ты даешь, что ты получаешь? Взаимовыгодный обмен, вечный кайф на мое присутствие. Только на твое присутствие? А с душой как? Душа уйдет со мной после смерти. Мне что, тебя вытягивать? Биоробота. Мне что, вытягивать себя по слову? Я у тебя спросил. Я должен переспрашивать сейчас. Демон, или ты коммуницируешь со мной, или мы начинаем с тобой переходить на другой тон. 18 лет назад ты заключил с ним контракт. Ты поставляешь кайф и забираешь его душу к себе. Правильно? Кому интересно, что будет душой после смерти? Данный контракт предусматривал мое нахождение и подпитку. После смерти забор души и служение мне. Но это в планах было, в теории. Ты же понимаешь, что он хозяин своих энергий, и он решает, что с его судьбой будет. Поэтому сегодня будет все расторгнуто, все контракты, все, что было заключено осознанно от Андрея. Он пришел к этой черте. Он хочет закончить эту эпопею. Причем со всеми. И освободить свое биополе, свое пространство от вас всех. Всем понятно? Понятно. Хорошо, тогда работаем дальше. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью. Вытаскивай свои иголки, паутину, ничего не забывай, возвращайся назад. Докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто по каналам сгорит в этой клетке тюрьме. Я вас предупредил. Приступай. У него тоже корона из иголок. Сейчас он ее демонтирует. Как эта корона воздействовала на его самочувствие на физическом плане, арахноид? Получала определенные волны, как антенны. Выдавала определенные действия и мысли, которые подпитывали меня и мой кокон. А какие это действия? Которые вразрез с душой идут. От этого выплескивалась определенная энергия. Ну, вразрез с душой идет то, что, в принципе, демон это место уже занял. Демон внизу. А ты наверху собирал, да? Хорошо, ждем, пока он все вытащит. У него вот эти, как иголки, такие немного мохнатые. И он показывает, что когда какая-то другая реакция могла быть, вот эта иголка, она надавливала на определенное место в голове, и ему... как она ему дальше не давала мыслить и думать. Все, он останавливался на том, что ему блокировала полностью. Блокировала, да. Но это уже массивное воздействие, арахноид. Не знаю, у тебя есть какое-то право так воздействовать на душу человека? Если я сейчас все твои лапки поотбиваю, что с тобой будет? Как ты себя будешь чувствовать? Он говорит, что с теми, кто хочет корону, есть. Он хотел корону? Хотел и получил. Объясни мне сейчас и это. Где он формировал намерение получить от арахноида корону? Когда это было? В другом понятии. Ты мне говори в том понятии, которое было, арахноид. Власть. Власть. Которую он всегда хотел иметь. Хорошо. Для меня это понятно.
Он все снял. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай все платы, отключайся, возвращайся назад, приступай. Готово. Джин, выходить не надо, собирай всю свою пыль, вытаскивай все свои подключки, отключайся полностью. Докладывай о готовности к проверке, приступай. Готово. Демон, есть лярва в биополе Андрея? Есть. Где? Он почему-то лицо показывает. Шея и лицо. Ну, там наверху только арахноид сидел. Это от него? Или что это такое? Нет, это не от него. Почему-то идет слово, что он сам себя разрушил. Объясни мне, демон, эту ситуацию. Ты хочешь эти лярвы получить? Хочу. Давай начнем со следующего. Ты выходишь сейчас, снимаешь все, что ты оставил в его биополе. Объясняешь, как она действовала, как закончишь. Доложи мне на месте, что ты все убрал. Я дам тебе отдельную команду на лярву. Но мне нужно будет еще объяснение насчет лица. Почему лярва на лице? Выходи, снимай все, что ты оставил, и доложи мне на месте. Приступай. Потому что сам себя ненавидел. И вот это так выразилось, отразилось на нем. Это же должно что болеть. Что ты хочешь, чтобы сердце болело? Горло и... Нижняя часть лица. Я просто не видел еще на лице, кроме глаз и горла, от плохих слов, лярв на лице. Поэтому я и уточняю. Горло – это самообман. Да. А лицо? Саморазрушение? У него низ ниже носа, вот эта часть черная. Понял. Интересные вещи бывают. Хорошо. Ждем, пока он все снимет. Что он остановил? В ногах там, Вера, да? В ногах и руки. Понятно. Дергал, когда ему нужна была реакция определенная, правильно? Нет, он не дергал. У него одеты перчатки острые такие. Где пальцы там острые, как ножи они. Хорошо. И что он этими перчатками делал? Острые – это опасные. Опасные вещи делал. Я думаю, Андрей знает, о каких вещах идет речь. Он все снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай. Снимай и возвращайся назад. Эти лярвы, они определенный запах имеют. Какой? Не знаю, какой-то, который демону очень приятный. Какой запах тебе приятен, демон? Наркотического вещества. Понятно. А ты ему и сейчас помогаешь с этими вещами, да? Все по контракту. Я говорю, каждый день это происходит. Он говорит, он принимает определенные средства для того, чтобы заснуть. Но мне кажется, это не вся картина. Он все снял. Поехали дальше. Все убрали. Включая внутренний белосвет Андрею. И этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит на частотах интерферентов и их подключек. Формируется в шар. Все, до 100% выходит чужеродное. Шар готов. Большой, там какие-то чувства его. Открывая внизу воронку в галактическое ядро под шаром, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Этими чувствами он позволял присутствию интерферента. Хорошо. Это самооправдание и самообман. Чисто. Значит так, сейчас мы канала не отстегнем, потому что у нас есть действующий контракт с демоном. Я спрашиваю Андрея. Ему это понятно сейчас, что у него контракт с демоном. Он готов с ним расстаться. Готов. Хорошо, я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Ине, к соглашениям, контрактам и договорам. Контракты выходят активно и подсвечиваются. У него есть отработанный контракт и контракт, действующий с демоном. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренняя власть, право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Идет энергия. Готово. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров, а также всех отработанных контрактов и договоров и их фантомов. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Подхожу сейчас к Андрею, кладу руки на плечи, помогая ему моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам на счет 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Готово. Все отлетели? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, контракты уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо. Арахноид, Джин, я сейчас вас открою портал в дом Андрея. Вы соберете все, что вы оставили. Арахноид, все свое потомство, всю паутину, Джин, всю свою пыль и ловушки. И после этого я приду, проверю. Если все чисто, я отпускаю вас на вашу чистоту. Вам понятно? Да.
Открывается портал в квартиру Андрея, в дом Андрея 1, 2, 3. Арахноид уходит туда, за ним уходит джин. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, демон. На этом мы закончили, но у меня остался еще эмоциональный фантом. Хочешь его получить? Хочет. Тогда назовешь мне пару частот, которые я буду перечислять, которые являются основными, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Андрея, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости, развибрационная им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. У него вышел фантом темный. Хорошо, Андрей, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляю демона. Слушаю тебя. Все, что ты перечислил. Нормально. Хорошо. Я полагаю, после аннулирования контракта ты с этим не будешь согласен, будешь ходить вокруг него, искать возможность войти. Это правильно? Ну, как же. И предлагать возможности. Если ты окажешься сильнее, он заключит новый контракт. Если он окажется сильнее, ты уйдешь. Это верно? Верно. Хорошо. Мне больше сказать нечего, Андрей. Здесь вы все сделали практически добровольно. У меня нет никаких претензий, которые я могу ему выразить. Он зашел на свою чистоту. Хорошо, демон, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя из того огненную пентаграмму. Готово. Под воронкой и путами открываю воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Самое лучшее его состояние – это когда он честен со своей душой. Когда же он самообманывается и уговаривает себя в обратном. Он ставит его, закрывает себе, ставит себя в какие-то рамки, как в оболочку. Поэтому все ограничивает. Эти сущности, которые пришли, они все зашли на чистоту, которую он сам этим обманом, самообманом открыл двери к себе в свое биополе. Он демону не свободный тогда. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Андрей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Хорошо чувствую. Душа растеклась, и я понял, что я ее сковываю сам. Не только сковываете. Там чуть дальше уже пошло. Хорошо. У нас сейчас по плану встреча с вашим куратором. Вы написали 10 вопросов своему куратору, и я сейчас буду его приглашать в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Андрея. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Андрея. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех присутствующих здесь. Можете обращаться ко мне, Горыч. Горыч. Приветствуем вас, уважаемый Горыч. Вы куратор или учитель? Я куратор. Хорошо. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного, аннулировали контракт с демоном и убрали всех сущностей. Он оставил здесь 10 вопросов, которые он хотел бы задать своему куратору, то есть вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я отвечу на эти вопросы и очень бы хотел, чтобы ответы принесли какой-то плодотворный результат для этой души. Этого хотят, в принципе, и все, даже он сам. Хотя, может быть, пока нет. Хорошо, начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Представь. Представитель планеты Уран. Мы приветствуем представителя Урана в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам, уважаемый Горыч. Благодарю. Второй вопрос. С какого уровня мое высшее я? С 11 уровня.
Третий вопрос. Мои скрытые таланты, которые мне нужно освоить для получения удовлетворения души и опыта. Это не скрытые таланты, это все открыто. Услышь свою душу. Не загоняй ее в угол и не сковывай. Твой мозг находит миллион оправданий. Мысль за мыслью. Лишь бы не слышать душу. Забиваю ее в самый дальний угол. И обращаясь к ней, когда уже некуда идти, поставь свою душу на первую линию, дай ей приоритет, и ты услышишь и увидишь много красивого, доброго, удовлетворяющего твою душу вокруг себя. Твой мозг, он бежит впереди. Пока ты не найдешь этот баланс, ты не сможешь понять, о чем я говорю. Ты не сможешь различить таланты души, а у тебя их много. Я закончу. Благодарю вас. Следующий вопрос, четвертый. Почему с самого детства меня сильно тянуло к плохим людям и опасным действиям, которые приводили меня всегда к большим потерям? Это опыт, который выбрала душа. Что здесь главное – это выбор. Какой выбор ты делаешь до сегодняшнего дня? Делаешь ты его с душой или только просчетами в голове и мыслями? До сегодняшнего дня ты проходишь этот опыт. В какую сторону он склонен решать тебе самому? Честно и ответственно. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый куратор Горыч. Следующий вопрос, пятый. Что мне не хватает для того, чтобы избавиться от зависимости? Я искренне хочу быть чистым, но как только проходит время после реабилитации, в моей голове постоянные мысли, оправдывающие употребление, которое в конце и разрешает еще разок, чтобы сбросить все эти негативные мысли и отдохнуть. Чтобы сбросить негативные мысли, существуют другие практики. Переключи, еще раз говорю, свои мысли на свою душу. Займись развитием души и использованием новых практик. Внеси в свою жизнь развитие и работу с энергиями. Научись визуализировать и чувствовать энергии, а также свою душу, которая даст тебе правильный ответ. Но, как я уже сказал, твои мысли работают ускоренно, меняя одну другую за другой и загоняя твою душу вглубь, чтобы она ничего не говорила. И оправдание всегда выходит, находит тебя в твоей голове. И если ты поменяешь орбиту твоих приоритетов, как я уже сказал, и поставишь душу на первое место и спросишь, что ей лучше и какими практиками она хотела бы заняться, наполняясь энергиями и сбрасывая эти мысли, ты изменишь свой образ жизни, а соответственно и дальнейший путь, который приведет тебя к новым открытиям и радости души. Я закончил. Благодарю вас. Шестой вопрос. Как повлияло на мою жизнь действия и слова, произнесенные в детстве, в больнице? Какие последствия пришли? В детстве, в больнице я смог урегулировать ситуацию и оградить душу от зла на основании того, что душа была в теле ребенка. В дальнейшем же ты принимал решение и делал свой выбор до сегодняшнего дня. Я закончил. Благодарю вас. Следующий вопрос, седьмой. Что хочет донести до меня во снах мой друг детства Никита, который очень рано умер? Свет. Свет души и путь, освещенный прекрасными энергиями. Он показывает тебе, что свет вечен, душа бессмертна, а то, что ты делаешь на земле,
отразится на твоей будущей истории души. Я закончил. У нас здесь сидел демон 18 лет. Я думаю, это как раз подходит в эту картину. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Как мне научиться защите от сущностей, которые будут ходить и провоцировать меня, человека зависимого? Представляй энергии своих энергетических центров. Представляй эти цвета, наполнение каждого тонкого тела. Старайся расширить его, визуализировать. Представляй энергии Урана, которые зеленовато-синего цвета в тебе. Как они проходят через каждый твой энергетический центр. Укрепляй этот стержень внутри себя. Расширяй эти энергии. Когда ты почувствуешь их, ты поймешь, что работа с энергиями намного интересней, обширней, приятней и дает тебе определенную силу и власть над собой, а также гармонизируется с твоим пониманием жизни и людей. Я хочу сказать, что что бы ты ни делал, ты не можешь убежать от себя, своих мыслей. Поэтому тебе нужно развивать внутренний стержень и внутреннюю душу, чтобы не бегать от себя, а стать собой, расширить свои энергии, чтобы их увидели другие, позитивные, высоковибрационные аспекты будущего. Я закончу. Благодарю вас. Девятый вопрос. Моя работа и деятельность. Чем вредит мне и окружающим меня людям? Я отвечу коротко. Это низкие вибрации. А низкие вибрации притягивают низкие частоты и низковибрационных интерферентов. А это грязь для души. Я закончил. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос. Кем я был в прошлой жизни на Земле и когда это было? Твоя прошлая жизнь имела отношение к крестоносцам. Мужчина, воин, в вечном поиске и подчинении приказам. Потому что так легко и ответственности меньше. Также ты пытался спрятать душу в глубине, хотя многое, что происходило, тебе не нравилось, и ты был не согласен. Получил много опыта разного, в основном негативного, не по отношению к тебе, извне, принимал и не спорил, пользовался данной властью и привилегиями крестоносцев. Переезжая с одного населенного пункта в другой, 1532 год. Благодарю вас. Я закончил. Очевидны параллели и к этой жизни, которая сейчас происходит. Я благодарю вас, уважаемый куратор Горыч. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать его внутренний стержень или от себя что-то добавить, это был бы, возможно, самый лучший момент. Внутренний стержень был активирован в тот момент, когда я рассказывал, как он выглядит и как он проходит через все энергетические центры снизу вверх. Расширять, увидеть его, прочувствовать – это твоя работа, твоей души. Благодарю вас. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения куратора Горыча передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это интересный подарок. Благодарю вас. И я благодарю вас за подарок, за встречу, за вопросы. И хотел бы, чтобы мои ответы были обдуманы, рассмотрены, прочувствованы. Если ты действительно хочешь сдвиг
в своей жизни к высоким вибрациям, а соответственно изменения в позитивную сторону в своей жизни. Многие проходят этот путь на Земле, но, как я сказала выше, выбор всегда за душой. Замечательные слова. Я благодарю вас. Прям в точку. Ну что ж, на этом месте вопросов больше нет. Я говорю традиционно до скорых встреч. Передавайте привет от нас, Веры, Урану. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые мешают открыть двери. И как двери откроются, в эти двери они уже пойдут сами. Благодарю за это. Благодарим и мы вас, уважаемый куратор Горыч. Всем наилучшего. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Андрей. Мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на вопросы? Да, очень интересные, своеобразные ответы. Как и куратор сказал, мы рекомендуем несколько раз вникнуть в смысл этих слов, которые были сказаны, и можем только пожелать вам всего наилучшего в вашей дальнейшей жизни. Работайте над собой. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.